В декабре 1949 года Ухтомский городской комитет комсомола принял Юрия Гагарина в члены ВЛКСМ. В письме матери он написал, что это очень радостное и важное событие в его жизни. «Иду в комсомол, чтобы приносить больше пользы стране, больше и лучше работать». После принятия в ВЛКСМ за отличные успехи в учебе и практике Гагарина наградили билетом на елку в колонный зал Дома Союзов. Впечатления о празднике и эмоций было много. О них Юрий рассказал, когда поехал домой на каникулы. Тогда молодой студент еще не знал, что через 12 лет ему доверят нести знамя комсомола на 14-м съезде ВЛКСМ. Однажды отец Юрия Гагарина Алексей Иванович поинтересовался у сына, как же он все успевает делать, и в ответ услышал: главное – правильно распределить свое время. Это был ответ дисциплинированного и ответственного человека.